22 июня в 4 часа утра без объявления войны фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. Началась самая кровопролитная война за всю историю существования российского государства. В этот день мы вспоминаем всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто умер от ран в госпиталях и был замучен в концлагерях. На рассвете на площади 30-летия Победы прошла акция «Свеча памяти», посвященная 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На призыв прийти к обелиску славы рано утром и почтить память погибших откликнулись сотни людей. Среди них ветераны, волонтеры и представители поискового движения. Время ранее, но для каждого поисковика есть две даты. Это в первую очередь празднование 9 мая и такая день скорби именно 22 июня. И вопрос именно сбора участников отряда как-то не стоял остро. Ребята все понимали, какая-то дата. В митинге приняли участие представители администрации, правительства и общественных организаций. Сегодня очень важно помнить тот подвиг, который совершил наш народ, советский народ. Очень важно сохранить ту идентичность нашей страны. Участники митинга почтили память погибших минуты молчания и возложили цветы к вечному огню.